Всем привет подписчикам моего канала и тем, кто первый раз зашли на мое видео. Сегодня будет видео об футзалках, ну и бутсах тоже, в магазине Nike. Я снимаю это видео по просьбе подписчика. Подписчик попросил снять видео на футзалки. И помимо этого мы еще посмотрим цены на бутсы. Вот я уже наблизаюсь к магазину Nike. Заранее извиняюсь, будет чуть-чуть такое долгое видео, потому что я снимаю видео с одного кадра, не делаю монтаж, потому что у меня сдох компьютер и не получается делать монтаж, вырезать левое и тому подобное, добавлять музыку. Я так с одним кадром снял и все одним кадром заливаю видео в YouTube. Здесь в магазине будет мало света, как всегда, и чуть-чуть будет плавать фокус. Надеюсь, будет видео нормальным. Так, наближаемся к футзалкам. Ну, и еще раз повторюсь, помимо этого еще будем подсматривать цену на бутсы тоже. Ну, на копочки с этими. Вот есть Navidades. Это новая модель. Так, вот пошли Navidades, новые модели. Так, это у нас на копочках. На копочках мы так будем только заглядывать по-быстрому. 30 евро. Сейчас фокусируюсь. 30 евро на копочках. Вот кодировка. Кодировка. Это 17 года. 7 месяца. Модель, я так понял, Меркуриал. На копочках. Так, копочки, это та же самая модель футзалки. Футзалки, это все кожа. Не знаю, как передаст камера кожа, это замша. Это толстая нитка прошитая. Темпокс. Вот футзалки, да. И они у нас в цене. Футзалки у нас в цене 30 евро. Нахожусь в Европе, а именно в Португалии. Вот кодировка. Но они вообще такие улетные смотрятся, мало света, камера очень плохо фокусируется. И сейчас глянем, где они сделаны. Не знаю, ли получится заглянуть внутрь. Мне кажется, Вьетнам, да? Очень мало света. Вьетнам. Вот кожа. На первом месте чуть-чуть замшей. Так, футзалки, но на такой высокой, на подъеме таком. Сколько они стоят? 60 евро. 60 евро, вот кодировка. Вот такие высокие. Это вроде с Джордана серии, если не ошибаюсь. Сейчас глянем. 60 евро. Кодировка. Так, что у нас внизу? Внизу опять что-то серии Джордана. 60 евро. Это новые модели. Novidades. Новинки. Вот опять улетные футзалки. Но они на этом. На такой как будто прорезиненные. Вот на нитке здесь все нормально. Они у нас в цене 30. 30. Ну они вообще такие. Да, это как будто прорезиненное это все дело. Меркуриал вроде, да? Да. Найка сзади. Классно так сделаны. Сейчас я возьмусь в кадр. Так, здесь внизу 5.30. Вот такие. Это тоже они как будто какие-то брезентовые, как будто прорезиненные. Здесь, смотрю, модель повторяется. Это опять что-то серии Джордана на баскетбол. 60 евро.
беленькие. Это материал, как будто с мешковины, такой плотный. 35. Так, смотрю, здесь уже какие-то кроссы пошли. Это не футзалки. Сейчас я, чтобы не затягивать видео, на кедовой подошве, чтобы не затягивать видео, сейчас перейду дальше к бутсам и футзалкам. 30-ка. Так, опять ну, это уже смотрю, какие-то типа такие уже кедовые подошвы пошли. Но я не буду зацикливаться именно на этих, потому что на эти я и видео где-то отдельно сниму. Сейчас будет чисто об футзалках и бутсах. Сейчас я перейду на другую сторону. И посмотрим. 30-45. Так, по другой стороне у нас идут уже бутсы. Вот туда они пошли. Это уже идут бутсы и футзалки. Так, бутсы. Ну, выхватим, допустим, такие бутсы. И они, вот кодировка ихняя. Они в цене 60. Так, футзалки. Вот. На такой, чуть-чуть уже повыше. Эти стоят 60. Блестящие, это тоже такие прорезиненные. Так, эти мы смотрели. Вот футзалки есть, что-то не похоже на кожу, здесь очень мало света. Но такие какие-то новые модели, таких не видел. Сделаны они в Индонезии, не знаю, получится посмотреть. Очень мало света в магазинах, наверное, так специально делают, чтобы не видно было дефекты. Индонезия. Сделаны они в Индонезии. Они стоят 30 евро. 30 евро стоит. И вот их кодировка. Сейчас глянем еще раз на них. Вот так на свет. Вот так они выглядят. Низ. Низ вообще бомбезный такой. Но они такие. Как будто... Ну, это что-то полу какой-то такой, полурезины, полу какого-то такого жесткого материала. Ну, смотрится вообще улетно. Ну, все на клею нету. А нет, есть прошитые, да-да-да, я что-то прощелкал. Вот здесь толстая нитка идет. Передок прошитый. Они стоят 30-ка. 30-ка и вот эта модель. Так, футзалки, едем дальше. Вот футзалки опять, зелененькие такие, типа Monster Jam. Все такие, а-ля брезент. Тоже прошиты спереди. Это нитка. Они в цене 30 евро. Вот ихняя кодировка. Извиняюсь, я пропускал человека. Вот их кодировка. Так, копочки. Эти футзалки мы смотрели. Так, едем дальше. Опять футзалки. Прошитые. Но они как будто повторяются. Вот такие. Вот низ. 30 евро. Вот их кодировка. Ихняя кодировка.
Так, опять футзалки черненькие. Что-то на кожу похоже. Что-то похоже на кожу с такой синтетической сеткой плотной. Тоже прошитые спереди. Так, здесь ничего нету. А нет, не кожа. Замша. Вот на первом месте сетка и заменитель. Тут сфокусироваться не получается. Они стоят 30 евро. 30 евро, и вот их кодировка. Это вот такая подошва. Так, 30 евро стоят бутсы на копочках. Копочки не съемные. Вот такие, типа, не круглые, а такие широкие. Меркуриалы тоже. Такие, типа, под кожу. Вот ихняя кодировка еще раз. И 30 евро. Так, футзалки, футзалки. Едем дальше. Опять футзалки. Я так смотрю, футзалки здесь по тридцатке. Прошитые. Нитка. Ну, выглядит кожа, но я думаю, замш за 30 евро. Что-то нереально, чтобы было здесь передок кожи. Но это видно заменитель. Сейчас мы глянем. Ну да, заменитель все вот он внутри. Ну, выглядит вообще под кожу так. Аккуратно сделали. Вот так они со стороны. Задняя часть подошва. Вот ихняя кодировка. Вот ихняя кодировка. 30 евро. Вот так. Что-то за 60-ку идет, но не кожаные эти за 60-ку. Вот ихняя кодировка 60 евро. Это уже бутсы, копочки кожаные. Вот даже здесь знак кожи есть. Вот он выдавлен здесь. Ну это кожа сразу видно даже сдалека. Где-то должна быть это. А нет, наклейки. Наклейки не видать. Там, где есть указатели кожи и тому подобное. Но это кожа сразу видно. Вот такие они массивные. Очень такая, как будто пластиковая подошва. Ну, такая слегка, чуть-чуть, как будто эластичная. Такие безбезные. Особенно зад такой массивный. Массивный зад. Так, едем дальше. Футзалки. Мы какие-то такие уже вроде смотрели. Это что-то с новой модели, потому что я таких не видел. Вот сюда на свет сейчас. Да. Не прошитые спереди. Но легенькие капец. Очень сильно легкие. Подошва. Они в цене 60 евро. Вот ихняя кодировка. Так, едем дальше. Футзалки, футзалки. Футзалки. Бомбезные футзалки. Да, такие все черные. Все черные. Вот они. Фокус вообще не ловит. Все черные. Вот эта Nike аж сюда заходит. Все эмблемы. И спереди прошитые. Спереди прошитые. Что-то мандражит камеру, не знаю почему. Наверное, потому что у меня телефон уже падал пару раз. И что-то с фокусом. И телефон как будто вибрирует. У меня Nokia 6630, 5 пикселей камера. Очень мало света здесь. И не получается хорошо снять. Но они бомбезные. Но мне кажется, это заменитель. Да, заменитель вот здесь. Ромбик. Это заменитель. Но смотрится вообще шикарно. И смотрится как кожа. Смотрятся они шикарно. Сейчас глянем, сколько они стоят. Стоят они 30 евро. И вот ихняя кодировка.
Так, а что это такое разукрашенное? Опять футзалки прошитые спереди. Здесь они прошитые, брезентовые. Индонезия опять. Сделаны они в Индонезии. Индонезия. Ну, такие. Неплохие. Тридцатка. Вот ихняя кодировка. Так. Что еще с футзалкой здесь есть? Такие блестящие. Очень низкая подошва. Передок прошитый ниткой. Вообще такие, как чешуя у рыбы. Мелкая такая. Не знаю, как передаст камера. Очень мелкая. Смотрится очень богато. Смотрится очень богато, да. На очень такой низенькой подошве. Такие стопроцентные футзалки. Смотрится улетно. Я не знаю, как камера вам передаст, но так в руке я их держу, они вообще бомбезные. Такие все чешуйчатые, как рыба. Это у нас тоже Индонезия. Индонезия тоже. Вот такая вот подошва. Стоят они, где их выхватил, вот здесь. Тоже 30 евро. Вот ихняя кодировка. Так, что еще такого интересного есть в футзалок? Здесь повторяется пару моделей. Опять повторяется. Здесь я уже такие смотрел. Они повторяются просто. Да, здесь же повторяются модели. Уже здесь повторяются. Все уже здесь повторяется. Низ я так пробежал. Низ. Бутсы. Низ. Что-то внизу тоже нового не вижу. А вот эти желтенькие какие-то. Но... Нет. Нет, низ, это все копочки, низ бутсы. Так, ну что, наверное, по этой стороне. Так, чтобы закончить видео, глянем на Air Max'ы. Закончу видео Air Max'ами. Такие зелененькие внутри. Монстр джем на трассе. Air Max'ы 70 евро. И вот ихняя моделька 90 Ultra C. Так, что еще такого интересного здесь выхватить? Не знаю, здесь всего много. Что такого еще интересного выхватить? Помимо Air Max'а, вот сплошная воздушная подушка. Что спереди, что сзади. Сплошная подушка. И они 70 евро. И это Flikint Max. Flikint Max. Да, они особенно часто бывают дороже. Я не понимаю, почему их сейчас жахнули за 70 евро. Да, такая не очень сильно набитая воздухом подушка. Вот я так слегка продавливаю. Есть такие сильно подушки, набитые воздухом, что еле продавливаешь. А здесь она такая наполовину набитая воздухом. Наверное, очень, очень эластичная. Семьдесятка. Короче, так, едем дальше. Что такое еще интересное здесь выхватить? Я смотрю, уже практически намотал 20 минут. Уже надо закругляться. Потому что видео уже будет очень длинное. И что-то на кожу похоже. Такие на типа кедовой подошве. Сколько они стоят. А цены нету на них. Почему на них цены нету? Не знаю.
Наверное, уже кто-то снял цену. Ну, в конце видео задавайте какую-то тему, и я постараюсь на эту тему снять видео. Вот Армаксы странные. Я уже их раз снимал видео. Они закрытые на молнии вот такой баллонкой. Вообще все закрытые. Не знаю, как это передать. Вот они такие монстры. И они на молнии закрывают вот это все. Такой баллонкой типа. Странная модель. Это все вот они внутри нормальные. И это все закрывается на молнии. Вот так этим таким чехлом типа а-ля. Как можно сказать. Задавайте какие-то вопросы, что вас будет интересовать. Постараюсь на это, прошитый это кожа, постараюсь на это снять видео. Ну и в конце видео спасибо за просмотры. До следующих видео. Пока, пока. Замш. Вибрирует что-то камера. Последний раз, как он меня упал с рук, и с фокусом какая-то вибрация происходит. Вьетнам. Вот знак кожи. Все замш светлый и прошитый.